В городском округе Люберцы продолжается эстафета доноров. На этот раз станцию переливания крови посетили сотрудники обойной компании. Наш корреспондент расскажет, как прошла акция. Поделиться кровью – один из самых простых способов сделать доброе дело. На донорском кресле Михаил Корж уже второй раз присоединился к коллегам, которые добровольно решили стать участниками благотворительной акции. Чувствую себя великолепно, как морально, так и физически. Если не будет противопоказаний, то каждые там 3 месяца, когда можно сдавать, я буду это делать. Этим утром Люберецкая станция переливания крови приняла 16 человек. Благодаря активному участию предприятий и организаций округа в эстафете доноров, запасов жизненно важного компонента хватает на все экстренные случаи. Прослеживается положительная тенденция в нашей работе. Предприятия, организации начали сами откликаться на наши просьбы и сами теперь звонят. Нарастает тенденция ковидных пациентов. И, естественно, крови сейчас требуется намного больше, чем, скажем так, в мирные времена. Эстафету доноров уже приняли 6 компаний городского округа Люберцы. Следующая акция будет выездная. Она пройдет 1 октября на научно-производственном предприятии «Звезда». Стать донором крови могут люди старше 18 лет. Тот, кто сделал прививку от COVID-19, может поделиться кровью уже через месяц после вакцинации. А кто переболел, должен подождать 3 месяца после выздоровления. Мы стали донорами, передаем эстафету. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.